В Краевом театре драмы со спектаклем выступит народный артист России Федор Добронравов. Он предстанет перед зрителями в образах шукшинских чудиков. Один сыграет сразу 9 разных ролей. Это простые русские люди в непростых жизненных ситуациях. Спектакль покажут 25 июля, в день рождения Василия Макаровича, чье имя носит театр драмы. Начало в 18:30. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте театра. Шукшинские дни на Алтае стали очень популярны в России. И я очень рад, что эти летние праздники я проведу вместе с вами. Мне очень бы хотелось, чтобы спектакль «Чудики» по рассказам Василия Макаровича Шукшина пришелся вам по душе. Приходите, не пожалеете.